Мы там можем с вами как угодно относиться к любой персоне, задействованной в этом деле, и к любому суду разных уровней, начиная там от Басманного, заканчивая Верховным судом Русского про дело ЮКОСа. Андрей, спасибо большое. Да, я хочу смс-сообщение почитать. Вот Иван нам, не подписано смс-сообщение из Краснодарского края. Заметьте, насколько спокойнее люди стали относиться к богатым людям за 10 лет. Ну, 10 лет — это вот срок, который отсидел Ходорковский. Раньше все кричали «олигарху в тюрьму», а сейчас все спокойно сочувствуют и так далее. Да, действительно, ценное замечание. Раньше были гораздо жестче комментарии. Не все, безусловно, не все. И вот вам слово, что вы хотите сказать по поводу новости о помиловании Ходорковского. Добрый день. Добрый. Ну, мое такое мнение на эту тему, что сначала Путин показал Ходорковскому, где его место, посадить его. А теперь, когда уже, в принципе, мне... The crush beneath my feet, heavy lows and time goes slow. It sucks me out to sleep. Somewhere in this fallen state, I find the only roof. With some bones, the lines of broken truth. Мальчик, я тобой загордилась, мальчик. Какой ты молодец. Понесся, блядь, на зеленый. Вот этот, блядь, белый. Это у нас... А кто же так? Заберите от Пионерского бульвара до Соборной пробочки.
господи. Жиздец, блин. Чем, пьяный, что ли? А это ты или он? Да он на встречку вылетел, не видел, что ли? А чё, ты ж кричишь? Блять! Ёбана в рот! Пиздец! Приехали, блять! Когда будет себя вести. О, это для цирка, Ксюша, это надо очень хорошо себя вести. Это надо, чтобы вообще ни одного замечания не было вообще, понимаешь? Это
Это надо, чтобы вы супер были послушными. Толпануться. Ёлочка. Пристегнутая, вот сзади не очень. Ну ты мудила, блядь! Пиздец, блядь, съездили нахуй.